Подręcznik krok po kroku, poziom A1, lekcja druga, część D. Skąd jesteś? Откуда ты? Где мешкаешь? Где ты живешь? Послушаем два диалога. Смотрите, пожалуйста, текст есть на экране. Skąd pan jest? Przepraszam, nie rozumiem. Ja jestem z Polski, a pan? Skąd pan jest? Z Niemiec, z Francji, z Anglii? Jestem z Niemiec. Ja mieszkam w Krakowie, a pan? Gdzie pan mieszka? Mieszkam w Berlinie. Cudownie. Давайте переведем этот диалог. Skąd pan jest? Откуда pan? Przepraszam, nie rozumiem. Proszę прощения, я не понимаю. Я jestem z Polski. Я из Польши. А пан, skąd pan jest? А пан, откуда пан? З немец, из Германии, из Франции, из Англии. Jestem z немец, я из Германии. Я мешкам в Кракове. А пан? Я живу в Кракове. А пан? Где пан мешка? Где пан живет? Мешкам в Берлине. Я живу в Берлине. И прочтем второй диалог, также его переведем. Skąd jesteś? Откуда ты? Jestem z Англии. Я из Англии. Где мешкаешь? Где ты живешь? Я живу в Лондоне. И у нас появились два новых вопроса. Skąd jesteś? Откуда ты есть? Откуда ты? Где мешкаешь? Где ты живешь? На эти вопросы мы можем ответить. На вопрос skąd jesteś? Откуда ты? Мы отвечаем jestem z и отвечаем откуда мы, из какой мы страны. Jestem z Rosji, я из России. Jestem z Białorusi, я из Беларуси. Jestem z Украины, я из Украины. Jestem z Англии, z немец, немец, Германия. Jestem z Франции, jestem z Хишпании. Jestem z Włoch, Włochy, это Италия. Jestem z Австрии и так далее. Где мешкаешь? Где ты живешь? На этот вопрос мы отвечаем. Мешкам в и называем город. Мешкам в Москве. Мешкам в Минску. Мешкам в Киеве. Мешкам в Парижу. И так далее. Итак, перед нами глагол мешкать, жить. Часовник, глагол мешкать, жить. Давайте его распрягаем, поизменяем. Я читаю, повторяйте, пожалуйста, за мной вслух. Я мешкам. Ты мешкаешь. Он, она, оно, сюда же, пан, пани, мешка. Мы мешкамы. Вы мешкаче. Они, оне, сюда же, пане, панове, паньство, мешкаем. Давайте выполним упражнение номер один. Подсказочка у нас внизу в табличке. В этом упражнении у нас коротенькие диалоги, и в эти диалоги нужно вставить правильную форму глагола «жить», «мешкать». Начнем с первого диалога. Где ты мешкаешь? Форма «ты» значит «мешкаешь». Где ты живешь? И отвечаем «я живу в Лондоне». Если «я», значит «мешкам» и говорим «мешкам в Лондоне», а маме, маме то она, значит, говорим «мешка», а маме «мешка» в Токио. Следующий диалог. Где они, то есть где они живут? Форма «они мешкаем». Где они мешкаем? Где они живут? Они мешкаем в Европе. Они живут в Европе. И мы, форма «мы» – «мешкамы», и «мы» – «теж мешкамы» в Европе. Удивительная вещь, несмотря на спряжение, любой глагол в форме «мы» будет иметь окончание «мы», форма «вы» будет иметь окончание «че», форма «они», «оны» всегда в конце будет или «он» или «ем», «он», «она», «оно» будет нулевое окончание, «ты», «ш» или «щ», и о форме «я» может быть два разных окончания «м» или «эз» огонки. Но о спряжении глаголов мы подробно поговорим через несколько уроков. Следующий диалог.
Я teraz, я сейчас живу в Кракове. Я мешкам. Я teraz мешкам в Кракове с польском родином. А вы где? А вы где живете? Вы? А вы где мешкаче? Я сейчас живу в Кракове с польской семьей. А вы где живете? У нас в скобочках подсказка, что нужно форму «я» смотреть. Я живу в отеле. Мешкам в хотелю. Я живу в отеле. А где живут Анжела и Том? Видим, что у нас форма «они», и значит говорим «мешкаем». А где мешкаем Анжела и Том? Я не знаю, где они живут. Они мешкаем. Не вем, где они мешкаем. Я не знаю, где они живут. Где пани? Пани то она, а венц мешка. Где пани мешка? И пани отвечает, что я живу в Кракове. Я мешкам в Кракове. Где пани мешка? Мешкам в Кракове. Где живет паньство? Может применяться в значении семья. Ковальцы. Семья, паньство. Это у нас вот здесь находится. Мешкаем. Где мешкаем паньство ковальцы? Паньство ковальцы мешкаем в Варшаве. И в упражнении 2 у нас написаны местоимения, слова. И нам нужно к этим местоимениям приклеить правильную форму глагола «жить» часовника «мешкать». Давайте сделаем. Я называю местоимение. Вы подглядывайте, пожалуйста, в табличку и называйте правильную форму глагола. Ты мешкаешь. Оне мешкаю. Он мешка. Панове, когда несколько мужчин. Форма «они», «панове», «мешкаем». «Пане», когда несколько женщин. «Пане», «оне», «пане», «мешкаем». «Я мешкам». «Вы мешкаче». «Пан то он», «пан мешка». «Пани то она», а венц «пани мешка». «Они мешкаем». «Она мешка». «Мы мешкамы». «Паньство», когда у нас смешанная компания людей, мужчины и женщины есть, или один мужчина, одна женщина. «Паньство», «они», «паньство мешкаем». Потренируйтесь еще, пожалуйста, самостоятельно. А мы с вами идем дальше. И у нас начинается тема спряжения глаголов, конъюгация. Мы начнем с хвоста спряжений. В одних учебниках выделяются 4 группы спряжения, в других 3 группы спряжения. Мы с вами объединим 4-е и 3-е спряжение. Начнем с хвоста, 4-е, 3-е, потом 2-е, потом 1-е. Смотрите, к 3-му спряжению глаголов в польском языке относятся все глаголы, которые заканчиваются на «ач». Например, часовник «грач» мы видим в конце у него «ач». «Называче» в конце «ач». К 4-му спряжению относятся глаголы на «эч», и их всего в 4-м спряжении 5 глаголов. «Умеч», «разумеч», «шмеч», «ведеч», «есть» и производные от этих глаголов. Но, как я уже ранее говорила, о спряжении глаголов будет отдельный урок. Поэтому здесь у нас объединено, например, «называч» относится к 4-му спряжению и «розумеч», прошу, «розумеч» глагол относится к 4-му спряжению, «называч», «меч», «грач» относятся к 3-му спряжению. Что же особенного в этих глаголах, которые заканчиваются на «ач» и вот эти 5 глаголов, которые относятся к 4-му спряжению? Как мы их спрягаем? Мы отбрасываем окончание «ч», у нас остается основа «называ», и мы к этой основе добавляем окончание по лицам. В 3-м и 4-м спряжении окончание в форме «я» – окончание «м», в форме «ты» – окончание «ш». «Он», «она», «оно» – нулевое окончание, просто отбросили «ч», и у нас уже «он», «она», «оно» – «называще». «Мы» всегда будет «мы», «че», «вы» всегда будет окончание «че», «они», «оне» в форме «они» будет окончание «ем».
Итак, первый глагол «называще», «называться». Давайте прочтем вслух, как он изменяется, как он спрягается. Повторяйте, пожалуйста, вслух. Я называще. Ты называще. Он, она, оно, сюда же пан-пани, называще. Мы называмще. Вы называчище. Они, оне, сюда же пани, панове, панство, называемще. Следующий глагол «понимать» – «розумеч». Я розумем. Ты розумешь. Он, она, оно – розуме. Мы розумемы. Вы розумече. Они, оне – розумеем. Часовник «меч» – глагол «иметь» – также очень-очень важный глагол в польском языке. Я мам. Кстати, этот глагол «иметь» относится к третьему спряжению, но он является как бы исключением, потому что к третьему спряжению относятся глаголы, которые заканчиваются на «ач», и глагол «меч» – «иметь». Итак, спрягаем. Я мам, ты маш, он, она, оно, ма, мы – мамы, вы – маче, они, оне – маю. И часовник «грач» – «играть». Я грам, ты граш, он, она, гра, мы грамы, вы граче, они, оне, граю. И давайте закрепим новые полученные знания на примерах. Итак, чвичение чече, чвичение номер три. Здесь нам нужно вставить правильную форму глагола иметь, часовника меч. Смотрим табличку, подсказочку и вставляем. Я, значит, мам. Я мам на имя Петр. Меня зовут Петр. А ты як? Ты Маш. А ты як, Маш, на имя? А твое имя как? Как ты имеешь на имя? Я вновь, значит, мам. Я мам на имя Мануэла. А она, смотрим, она ма. А она як ма на имя? Мое имя Мануэла, а ее имя как? Она ма на имя маме. Ее зовут маме. Они, смотрим подсказочку, маем. Они маем на имя Том и Уве. Их зовут Том и Уве. В упражнении 4 нам также нужно вставить правильную форму глагола, но уже глагола называться. Называще. Як они ще называю? Как их зовут? Они называемще. Они называемще Май. А их зовут Май. Здесь назвали фамилию. Их фамилия Май. Як ты? Ты, значит, называще. Як ты ще называешь? И здесь, внимание, частичка «ще» в польском языке. Это как в русском языке окончание «ся». Только в русском языке окончание «ся» приклеено к глаголу, а в польском языке частичка «ще» может бегать по предложению. Такая малышка-вертихвостка. Она может стоять после глагола, может стоять перед глаголом, и также между «ще» и глаголом может еще стоять какое-то слово. Но так как эта частичка еще малышка, ей не разрешено начинать предложение. То есть частичку «ще» мы никогда не поставим первым словом в предложении. А может ли она стоять в хвосте, в конце предложения? Может, но ей там не нравится, сквозняк ее там дует. То есть мы запоминаем, что с частички «ще» никогда не начинается предложение, и сама она по себе не любит стоять в конце предложения. Но бывает так, что кроме как глагола частички «ще», например, в каком-то ответе, ничего больше нет никаких слов. Тогда она станет в конец, конечно же, потому что вначале ей запрещено стоять. То есть что у нас здесь произошло? Мы видим, что глагол «называще», и мы видим, что «ще» может быть перед глаголом. «Як они ще называю». Но не любит частичка «ще» стоять в конце. И здесь мы точно так же скажем «як ты ще называешь». Без «ты», без местоимения, потому что о ком идет речь, понятно, по окончанию «ш», что речь идет о «ты». «Як ще называешь?» И он отвечает: «Меня зовут Джонс». «Называм ще», если «я», значит «называм ще Джонс». «А вы як ще называче?»
Помним, не любить частичка «ще» стоять в конце. А ви як ще називаєте? Ми називаємо ще Еми і Люци Грант. Ми називаємося Емі і Люци Грант. Чвічення номер 5. Часовник «грач». Нам нужно в упражнение, в диалог ставить правильную форму глагола «играть». Подсматриваем в табличку. Что тут значит «грач»? Что значит слово «играть»? Например, «грач в тенниса», «грач на гитаре». Например, «грать в теннис», «играть на гитаре». Ага, я грам в тенниса, але не грам на гитаре, потому что я, поэтому грам. А ты граш в тенниса. Я играю в теннис, но не играю на гитаре. А ты играешь в теннис? Я не грам в тенниса, але Анжела. Анжела то она, венс бенджи гра. Але Анжела гра в тенниса. Я не играю в теннис, но Анжела играет в теннис. Я и Анжела, значит мы, форма мы, смотрим, грамы. Я и Анжела грамы в тенниса. Але мамі і Івона, то оне, венс бенджі граєм, але мамі і Івона не граєм в тенніса. Я і Анжела граєм в теніс, но мамі і Анжела не іграють в теніс. Так, ви граче в тенніса, ми не грами в тенніса. Ви іграєте в теніс, ми не іграємо в теніс. Потренуйтесь, будь ласка, повставлять глаголы самостоятельно. Также поучите формы глаголов «называть», «разуметь», «грач» и особенно часовника «меч» – очень важный глагол. И также запомните две новых фразы, два новых предложения. «Сконд естеш» – «естем с Беларуси», «где мешкаш» – «мешкам в Минску». «Откуда ты?» – «я из Беларуси», «где ты живешь?» – «живу в Минске». Например.